Поехали! Всем привет! Вы попали на наш канал, и сегодня я запускаю новый челлендж. Куда смотрите? Вот сюда. Он будет называться... А название придумайте вы и напишите их в комментариях. А самому лучшему, кто напишет, мы передадим привет. Поехали. Первое. Очень легкое, наверное. Сейчас я потренируюсь. Я готова. Сначала медленно. Ехал Грека через реку. Видит Грека в реке рак. Сунул Грека руку в реку. Рак за руку. Греку цап. Теперь побыстрее. Ехал Грека через реку. Видит Грека в реке рак. Сунул Грека в руку в реку. Рак за руку. Греку цап. Вторая. Посложнее. Про китайцев. Или как там? Японцев. Сначала медленно. Жили-были три китайца. Як-цедряк-цедрак-цедроня. Жили-были три китайки. Цыпа-цыпа-дрипа-цыпа-дрипа-дрим-помпони. Все они переженились. Як на цыпе, як-цедрак на цыпе-дрипе. Як-цедряк-цедрак-цедронь на цыпе-дрипе-дрим-помпони. У них родились дети. У яка с цыпы шах, у як цедрака с цыпа дрипы шах шарах, у як цедрак цедрак цедрони с цыпа дрипа дрим помпони шах шарах шарони. А сейчас быстро. Жили-были три китайца, як-як-цирак-цирак-цирак-цирони. Жили-были три китайки, цыпа-цыпа-дрипа-цыпа-дрипа-дрим-попони. Все они переженились, як-цира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 к-цир
Я забыла! Все! Вот здесь сейчас будут написаны ники каналов, кому передаем мы этот челлендж. Всем удачи! Всем пока! Надеюсь, это было весело. Но лично мне было весело. Всем привет! Сегодня я запускаю новый челлендж. Я буду говорить две скороговорки. Иди сюда, скажи всем привет. Иди пока мультик смотри, потом с тобой челлендж снимем. Иди поиграй. Надо брать, что ли? О, так лучше. Передадим. И еще раз. Вырежешь это все, ставишь конец как глупец, будь нормально. И ускоришь его. Будет так. Поехали!